Всем привет еще раз. Это видео такое вот как бы сравнительное о двух новых флейтах. Они в одинаковой тональности, то есть это две флейты Банзури в тональности фа, то есть по трем закрытым отверстиям обе дают ноту фа. Ну, мне хотелось бы немножко коснуться каких-то внутренних характеристик вообще, да, то есть, собственно, и на примере показать, как определенные факторы влияют на, собственно, сам звук и звукоизвлечение. Вот эта флейта у нас пошире. То есть здесь соотношение ширины канала к длине флейты получается будет не так сложно. То есть длины флейты к ширине получается. Короче говоря, флейта при своей длине широкая. Запутался в параметре. Вот. А вот это, соответственно, узкая. Ну и мы сейчас посмотрим, как бы, величина отверстий, диаметр здесь приблизительно одинаковый. Но на узкой флейте нужно было от расчетных смещать вниз точку сверления, как бы, или прожигания, для того, чтобы отверстия были побольше. То есть здесь как бы есть такая зависимость. При широком канале отверстия получаются широкие, если делать по расчету. Да? То есть, если кому-то будет интересно, как бы расчет простой, но он идет в процентном соотношении от общей длины флейты. Вот. Расчет простой, если кому-то будет интересно, тоже поделюсь этими цифрами, это совсем не сложно. Основная часть работы, то есть само таинство здесь происходит больше на каких-то более тонких соображениях, то есть которые идут больше изнутри, то есть телесно чувствуются. Вот. Ну, сразу что очевидно, то есть при узком канале немножко сложнее бендить звуки в плане минда, то есть плавные переходы между нотами. Вот эти вот. Ну а из, скажем так, особых достоинств это то, что при узком канале верхняя октава получается очень красивая, и третья октава хорошо должна строить, и, собственно, здесь это происходит. В общем, как бы, чем уже канал, тем больше флейта ориентирована на высокие звуки. Кроме того, здесь для баланса, то есть удалось сделать настроечное отверстие, а во второй флейте его нет, то есть нижний звук звучит немножко громче, чем все остальные. А, ну да, и соответственно при узком канале первая октава здесь будет потише. Ну теперь я сыграю звукоряд на одной и на другой. Ну, собственно, даже третью октаву зацепил. На широкой флейте она тоже играется. Но звучание такое более рисковатое. Взгляд, с широким каналом получается более характерный для банзури звук, для банзури.
что на этом все. Всем спасибо. Пишите комментарии. И до новых встреч в эфире. Пока.